Так, ну вот, это мое убежище 88. Сейчас покажу. Тут у меня ссылка, что здесь я спавню, скоро вот появляюсь, да. Что еще тут есть у меня? А, это фигня. Электричество, вот эти штуки. Это DLC, это убежище 88. Вот. DLC, так что, если что. Вот это все построил. Вот. Вот какой. Тут вообще пустая зона дается, и можно строить все, что хочешь. Ну вот. Так, сколько у меня тут людей? Люди сюда сами приходят, у меня тут тоже 22 человека. Что? Вот, типа, моя комната. Сейчас. Вон мои эти... Мои роботы. Так. Ну вот, типа такой небольшой защиты, чуть-чуть защиты. И вот туда дальше даже можно сказать все, что хочешь. Вот это так. Так, тут у меня электричество, проводка. Так, что это еще? Ну вот, это тоже сделался, эта штука на 500 энергии. Так что хватает энергии по всей базе. Что можно выше и выше строить тут. Как-то не надо больше. Мост я, кстати, тут ни разу не стал. Вообще в начале квеста, этот квест дается на убежище 80, тут будет много монстров, надо всех тут зачистить и открыть эти воркшопы, чтобы строить. Вот это мой огород такой маленький. Тут не удалось у меня построить. Так, сейчас покажу свою ферму. Свою ферму патрон. Да. Так, а вот тут я подпечатаю патроны. Выбросил его. Робота. Так, ну вот. Вот этот повар армор тоже. Это из Нюка Ворда. Его достать только можно. Короче, там тоже квест сложный, конечно. Вот этот самый повар армор. Так, все, сейчас. А, ну вот тут патроны печатаем. Тут у меня для винтовок. Не, для. Для винтовок, кажется, 45-й. Не, для автомата. Вот, 307 для винтовки надо. Вот у меня такая винтовка, я вот за винтовку пользуюсь. Они вот пусть просто территория, я просто не знаю, что можно будет потом что-то сюда еще добавить. Так, что у нас? Тут, кстати, еще выход есть в город. Вот от этого убежища. А вот тут у меня водяная ферма. Воду, раньше я вот самое воду вот так делал и продавал ее. Это очень прикольно. Очень легко банки, очень крышки так и легко собирать. Воду делаешь, ставишь воду, они делают по 10 банок воды, вот каждая штука делает по 10 банок воды, чистой воды. Их можно продавать подорого. Сейчас тут, вот. А вот эти воркшопы, которые активировать надо было, когда монстров убивали. Ну, вот, типа такой, убежище 88. Такой же большой, его почти много не строил. Сейчас покажу, что тут еще есть. А, ну, в принципе, это все. Ну, вот магазин еще. Тут у меня люди спят. Качалка типа, вот, игровой от автомат. Так, ну, погнали туда. Отсюда вот, кстати, можно телепортироваться отсюда можно. Я еще эти Брэдстор вставил, отгромил. И подземку разгромил, короче. Так, ну вот моя карта. Я все, почти, да, я все, кажется, прошел.
А, ну еще и в замке, мне кажется. А, не... в замке еще маленькая база была. Сейчас я покажу, что я сделал со своими этими минитменами. Полетели. Вот, что я сделал с минитменами. Ну, типа, это их, наверное, первая база, как это все построил. Тоже взял вот эти все стены, это из DLC 88-го убежища. Да, вот эти все стенки. Ну, вот такую базу построил. Нападать на нее очень редко, так что защита есть чуть-чуть. Но... А, и тут еще проход был. Это на еду, на огород. Ну, как всегда, чуть-чуть защиты. Чуть-чуть защиты. Мутанты обычно нападают. Ну и все. А, и вот еще моя фабрика воды. Когда раньше этих стрижек мало было, на воде поднимался. Так, что мы? Можно сверху поставить свою базу. Ну, я тоже могу сверху сейчас поставить. Там какие-то вышки есть. А, свою. Суть повара уже забыл там. В 88-м убежище. Так, ну ничего страшного. А, кстати. Одежда почему у меня такая странная? Потому что все такое разное, потому что вот она у меня надета именно, чтобы вот эти очки меньше съедала на 10%. Вот эти ватс очки, надеюсь, они будут больше смогу использовать, например, вот у меня на 40% входит, кажется. Да, кажется. Что за... А, нет, уже. Так я потерял, короче. У меня было вообще 50%, сейчас только 30%. Так, ладно, ничего страшного. Ну, вот у меня такой. Вот моя защита. Так. Вот мои пушки основные. Вот это я взял у атомов. Вот эту кувалду, вообще хорошая кувалда. Ее это самое где там Far Harbor. Она дается, когда там за атомов проходишь, кажется, да. Это вообще хорошая. Так, ну ладно, я покажу. Что он тут сверху. А, видите, как поставил. Это, кстати, максимальная высота, у меня больше не получалось строить больше, либо все, максимальная высота выходит. Ну вот, типа, что-то такого построил. О. Кто-то шатается. Так, ну вот. Так, загородил стенами ее. Пушек поставил, чтобы защищать. Ну, как-то так.